Много прошло времени с момента последнего сеанса в ангельском портале новых энергий. Но проводники не сидели сложа руки. Постоянно нарастающие по линии духовного взросления уроки, проведенные с нами представителями тонкоплановых структур, вывели их на новый уровень, что уже позволяет слиянию с полями новых структур ангельского ряда, что отвечают высоким требованиям и имеют множество возможностей в реализации плана по изменению жизненной волны земного пространственного коридора, настоящего временного потока. Это первый сеанс нового направляющего переформатирования всей клеточно-структурной части человеческого организма. Есть моменты, что влияние на сознательный уровень принесет колоссальные оживляющие мероприятия по реанимации клеток памяти, где человек истинно осознает, что он есть часть Бога. Возможно, произойдет нечто удивительное для восприятия человеческого ума. Придет ясное понимание, для чего человек живет на Земле, что позволит его продвижению в более высокие частоты, где жизнь будет уже проистекать по новым законам, где человек будет творить свои миры. Немного о самом сеансе. Сеанс прошел на высокочастотной энергетической волне. Все микрочастицы нового потенциала плавно, в должном порядке пропущены через сердца мастеров, проводников энергии и очень осторожной волной направлены в сердца человеческих сутей. Разумеется, дозировка была минимальной, дабы все проистекало в плавном, мягко щадящем режиме. Это все проистекает и внедряется в земное пространство для совершенствования человеческих организмов, для улучшения жизненного течения землян. Или, иными словами, человека готовят к новой реалии, к новым частотам. И это все по плану творящей силы, под управлением и по благословению Отца-Творца-Создателя. Новый век в процессе эволюции и полном проявлении начальной стадии и есть явление для всесозидания земного мира. И это есть проявление перехода в новый мир. Выбор души человека, он на тонком плане обозначен. Ум же человека может интерпретировать в различных версиях. Душа, она в божественных вибрациях. Ум человека в трехмерном пространстве. И очень важно соединить душу с умом и выйти на новый уровень своего сознания. Наше творчество начинается в полной взаимосвязи связующих линий космоса, души человека и энергиями Земли Гаии. Процессы будут активными для чувствительных и понимающих человеческих сутей. Главное – принимать энергии с сердечной благодарностью. Придет время, и все встанет на свои места. До новой встречи, до нового сеанса творчества! Ваш Архангел Гавриил. Благовестник Божьего Слова вещал. Оставайтесь в здравии и гармонии с собой, с любовью к вам, люди, дети Божьи. Приняла Амадея.